Всем доброе утро. Ну вот и в Лазаревской. Наконец-то дома. Соскучился уже даже. Очень-очень. Сегодня у нас, судя по прогнозам, последний тепленький денек. Сегодня еще ожидается 15, а завтра уже обещают до плюс 3 градусов. А там уже и снег, и морозы, возможно. В общем, неделька у нас будет прохладная. Поэтому постараюсь поймать немножечко солнышко. Там на горизонте, смотрю, на перевале снега-то уже тоже тают. Мало снега стало, очень мало. Ну а мы сейчас с вами отправимся к морю, посмотрим, что там. Сегодня у меня будет не очень много времени для съемок. Много дел накопилось, надо по Лазаревской помотаться. Поэтому пойдемте с утра на море. Итак, друзья, мы с вами на пляже Лазурном. Утро. Воздух очень даже теплый. Моржи уже, похоже, искупались. Вон там одеваются три мужичка. Ну, вам, наверное, не видно. Они так метр 70 от меня поставили лежачок. Погодка суперская. Сегодня денек все-таки будет отличный. Ну, по прогнозам, он тоже был хорошеньким таким вот. Постараюсь вырваться сегодня куда-нибудь. Здесь хотя бы по местности. Надо будет проведать камелии. Вот. Поздороваемся с голубем. Ну и пойдемте к самому морю подойдем. Такая вот красота. Итак, море, товарищи. Море, оно и в Сочи море. И в Кости, и в Лазаревской. Море у нас одно, на всех. Сегодня, ну, вот такое. У берега слегка мутное, а дальше уже покрасивее будет. Такие вот маленькие-маленькие волны. Такие вот камешки. Ну что, ребят, в принципе, можно завершать этот ролик уже вот такой он коротенький, если не считать на то, что вон еще одна моржиха пришла, развивается уже. У них тут сегодня моржевой день, походу. Ну, денек действительно теплый, хороший, погожий, такой, волн сынок нет, еще не покупаться-то. Не всем же с камерами ходить-то, надо и купаться людям. Я думаю, вы уже насмотрелись моржей, поэтому пока еще... Как купаются, люди не будут. Все, друзья, всем пока, до новых встреч. В эфире. Женщина пошла. Всем пока.